будущее страны в руках молодежи. Именно этого лозунга придерживаются организаторы первого в Ульяновской области молодежного форума Федерации профсоюзов. Открытие площадки прошло на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Чайка», где собрались лучшие из лучших активисты профсоюзных организаций. И надеемся, что молодые люди, которые сегодня поучаствуют в данном молодежном форуме, получат не только знания, но и умение общаться, хорошо отдохнут. И надеемся, что в будущем они все-таки будут профсоюзными лидерами, которые возглавят профсоюз на территории Ульяновской области и наших предприятий. В течение 2 дней ребят ждут круглые столы, мастер-классы, тренинги, живое общение с представителями правительства, а также активное времяпрепровождение и новые знакомства. Ну, безусловно, для меня это важно. Я рассматриваю определенную перспективу. Человек ведь всегда должен развиваться в каждой области, которой он уделяет внимание. Безусловно, я отмечаю для себя какие-то моменты, которые потом я буду использовать в своей работе. Деятельность самых активных трудящихся на благо профсоюза и области в целом будут награждены почетными грамотами губернатора. Одним из них оказался Иван Демин. Он признается, что после того, как стал частью профсоюзной семьи, его интересы резко поменялись. Я стал активнее интересоваться ситуацией текущей жизненной, по работе, политической, общественной и прочим. То есть мне стало не все равно. Ну, мне было не все равно. Теперь еще больше не все равно. Мне стало интересно. Я нашел много новых знакомых, интересных людей, умных людей, творческих, разнообразных. Завершится форум 1 июля подведением итогов конкурса «Мистер и мисс Профсоюз-2017» и творческими выступлениями участников. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.